Посевная кампания в Краснодарском крае проходит в штатном режиме и не зависит от импортных материалов. Семена пшеницы в регионе полностью отечественного производства. Виноградарство развивается на основе сортов местной селекции. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1». Бренды, которые ушли с российского рынка, иностранные бренды, они особо селян-то и не интересовали, давайте по-честному. Их намного больше волнует, почему будет удобрение. Они сегодня стабилизированы, цена на них стабилизирована. Почему будет горючий смазочный материал? Цена тоже у него зафиксирована. Вот это волнует селян. Он также отметил, что регион полностью обеспечивает своих жителей основными видами продовольствия. Сейчас на складах хранится около 1500 тонн подсолнечного масла, более 3000 тонн муки, 460 тысяч тонн сахара, 2500 тонн рисовой крупы. Эти товары, а также мясо птицы, Краснодарский край поставляет в другие регионы.